Когалыме состоялась 31-я конференция местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Избрано 22 делегата от первичных отделений. На повестке 5 вопросов. Об итогах деятельности и планах на будущий год рассказали представители местного отделения партии. За год, благодаря участию единороссов, реализовались такие социально значимые проекты, как «Забота», «Парт-герои», «Коробка храбрости», «Акция «Собери ребенка в школу», «Безопасные дороги». Кроме того, парламентарии принимали активное участие в приемке детских лагерей, школ к новому учебному году, состояли в комиссии по проверке жилых домов к зиме. Партийный десант «Единой России» мониторит реализацию проектов, которые включены в карту развития региона. Всего их в Югре 21. Кроме того, многие вопросы решаются и на приемах граждан. В последнее время вот ко мне кто обращался, это всегда трудоустройство. Мы, кстати, в рамках проекта «Моя карьера с Единой Россией» совместно с Центром занятости ежемесячно участвуем в различных активностях, в том числе проводим ярмарки. Всегда на них присутствуем, видим, как молодые люди нашего города подключаются, смотрят, изучают, обращаются к будущим работодателям. И, конечно, мы видим, насколько низкий уровень у нас безработицы, что, в общем-то, дает нам почву для оптимизма. Очень такое насыщенное время, повестка очень большая, и я бы не стал выделять какие-то такие вот отдельные дела. 2024 год Александр Шмаков назвал эпохальным. Впереди выборы президента страны. Планы грандиозные, задач много, отметил докладчик. Вторым вопросом повестки стал доклад о результатах деятельности фракции партии «Единая Россия» в Думе города. Организованы выездные встречи на места строительства, реконструкции следующих объектов. Средняя общеобразовательная школа на 900 мест. Региональный центр спортивной подготовки, музыкальная школа на 400 мест, котельная номер 1, арочник, детская поликлиника, развязка восточная, как я уже говорил, в районе проспекта Нефтяников. Также на встрече избрали делегата на 36-ю конференцию регионального отделения партии, которая состоится 27 ноября в Ханты-Мансийске. Им стал Александр Шмаков.